Смонтируем. Да. Это. Всем привет! Мы снова с вами. Уфа-арена за моей спиной, а значит, сегодня будет весьма хоккейный выпуск. Выбрали самую топовую игру домашней серии. Играем против Нефтехимика, Волки. Ау! Приехали к нам, поэтому сегодня погуляем по арене, поболтаем с хоккеистами. Павла Кольдова день рождения. Немножко с ним поговорим, наверное. Что-то вкусненькое, скорее всего, принесет. Поэтому смотрите выпуск. Я надеюсь, все получится классно. Здравствуйте. Что привезли? Фруктиков. Фруктиков? А тортик? Подкрепиться? Нет, тортик нельзя. Кто решил так? Я решил. Команда должна есть. Ну, ты за команду решил, получается? Мы решили. Ты автограф-то дашь? Давай, я помогу тебе. Вот сам так, вот так сможешь? Это уровень. Я так вот руку в руку подложу, смотри, тоже участие принял. Как у вас дела, господа? Все хорошо, вот как снова к вам пришли в гости. Матвей Бабенко, здравствуйте. Ну как там в школе? Я в университете. Да не ври, что ты, видно же по пиджаку, видно, что школьный у тебя. Папин. У Паши день рождения сегодня? Да, знаю. Привет, друзья. Поздравлял? Еще нет. У тебя весь день был, ты чем занимался? Ну, он не пришел на раскатку, решил отдохнуть. Сколько раз я не бросишь твор? 6400. Василий Анатольевич, здравствуйте. А я так смотрю, вы с клюшкой, вы да. На лед готовитесь? Да, попробуем, наверное. Кто забить никто не может. Сегодня самая страшная команда против нас. Они волки, такое животное серьезное. Не, ну мы готовы к этому же. Мы же не из робкого десятка, парни. А вас успели заявить? Какой номер у вас? Нет, пока нет. Я сегодня буду наблюдать опять со своего места. С биноклем? Да, да, да. Продолжается парад транспортных средств. Вы только посмотрите, сколько дорогих машин. Три Роллс-Ройса! Ладу убери, брат. Мы видим, что Григорий Панин, капитан команды, приехал на очень... Да не снимай меня! На очень большой машине. Григорий, здравствуйте. Пару небольших вопросов. А клиренс какой? 46. А просвет, бля, руку тяну, не дотягиваюсь. 3,3. 3,3. Это литраж? После игры? Это размер. У кого самый красивый? Самый красивый автограф у Коля 2. Да у него день рождения, я понимаю, он подговорил. Кто это, Бирюков? Беляков. Беляков? Бабеник. А, Бабеник. А что за марка-то? Наша, советская же? О, давай напишу что-нибудь. Юра без хоккея. Могу позволить себе. Не могу. Ау! Здрасте! Здрасте, здрасте! Вот вы в теме, вы волк, да, тоже. Да, вы да. Самый главный. Вы самый. Самый главный волк. Да, самый. Это получается ваша стая. Да. О, нормально у вас стая, кстати. Волчицы. Я прям сам балдею. Бам-бам. Самое главное, что от нашей стаи балдеет наша главная стая. Какой прогноз? По-любому, мы сегодня должны уж выиграть. Даже несмотря на то, что. А что это за. Да мы по-любому, да. Стая небольшая, не согласен. Согласие это как раз полное. Ставьте на Нефтехимик, поднимите денег. Да. А что за кнопка у вас? Это как мем, да, две кнопки? Это нужно будет отвечать на вопрос викторины. А нам нужен соперник еще. Давайте соперника найдем. А можно я один? Давайте проверим. Я один. Родина, хоккей на льду. Канада. Хорошая игра, я выиграю, да? Да. Из какого материала готовились первые шайбы? Так. Дерево. Правильно! Победителю вручают кубок льда и огня, кубок чемпиона или кубок Стэнли? Это рука. Кубок Стэнли. Правильно! О, приз! Юм! Вот это нет, это мое. Это ваше? Это личное, да. А, это? Это флешка. Ребятушки, а сколько гигабайтов? 16. Блин, может разыграем, я подумаю еще, хотя мне тоже нужно. А дискета нет, интересно? Да, мы снимались. А у Павла Кольдова день рождения. Надо поздравить. Успехов в карьере, много заброшенных шайб и много победных матчей. Радовать болельщиков. Какие шайбы у вас защитник? Ну, защитники же тоже забивают. Как Мария Ваталова, как Анна Шибанова, как Мария Печникова. Да, все, куда там? Такие крутые вообще, у вас такие классные видосы. Да блин, ты снимаешь, что у нас...
Мы ждем просто около туалета всегда людей, и там все довольные выходят. Это уборная. А немножко знаменитых поговорок из Агидели: лучше в туалете, чем на поле. Забрасывайся. Бля, кофта, смотрите, какая. У вас такой ни у кого нету. У нас такая есть, с большими буквами. У вас остальное тоже все нормально. Держи микрофон. Давай попробуй взять интервью, посмотрим. Что вы думаете насчет сегодняшнего матча? Анжи выиграет, да, наверное? Ты вот непрофессионально поступаешь. Микрофон здесь должен быть, конечно. Вопрос какой был? Посмотрите, пожалуйста. Стол вы считал. Запуталась. Все очень легко, да, тебе казалось? Закрываем. Паша, Коля, в день рождения надо поздравить. Пашу, в камеру. Паша, 40 с чем-то летим тебя. Дай бог тебе здоровья, добра, любви и процветания. А также денежных средств. Спасибо за внимание. В каком количестве? Каких? В несоизмеримых. Что скажешь по поводу соперника? Ну, волки. Волк не тот, кто волк. Тот, кто волк. Безумно можно быть первым. Профессионал, это наш подписчик. И дайте фрибет еще 1000 ему. Это не поможет никак, но я попросил. Они не посмотрят даже. Спасибо. Так, девчонки, а что не на хоккее? Почему не на хоккее? Бежим. Да не, вы не бежите. Как, бежим. Покажите, как вы бежите. Бежите. Здрасте. Здрасте. Как долго вы болеете за Салавате Юлаев? Понятно все. Очень долго. Кстати. Вы считали. Начнем с приятного. А. Помимо того, что вы прекрасно поете. Спасибо. У Паши Кольдова день рождения. Угу. Павел. Павел. Итак, дорогой наш горячо любимый Павел, хочется поздравить тебя с днем рождения и пожелать самое главное, чтобы сбывались все твои мечты, все, чего бы ты себе хотел пожелать, чтобы это все обязательно сбывалось. С днем рождения! Блин, я как будто к Блиновскую включил. Спалился? Ну, я же просто понял, что надо верить в мечту, правильно? Конечно. А вот вы песни популярные исполняете, а может быть вы в свободное время другое что-то любите? Русское народное я пою. Это какое? Ну там что народное? Типа валенки да валенки. Ну сейчас нет, сейчас тепло пока. Что-нибудь другое есть, не зимнее? Не знаю. Не это... валенки получается. Не валенки, универсально, да? Типа там конфетки, бараночки. Вот, вы покушать любите, да? Покушать любите. Да. Временем 1-0. Кулемин воткнул свой голешник. Нет. Такое мы не снимаем. У нас передача без хоккея. Пойдем. Я пью чай. Чай пьете? А с чем? У меня перерыв. Перерыв. С конфеткой пьете? Mm-hmm. А какая конфетка у вас? Очень вкусная. Ну какая? Добрянка называется. Как, это не добрянка? Конфетка, это десерт. Десерт? Здрасте. Здрасте. Я только что бизнес-идею придумал. Вы, в принципе, можете с этой инициативой прийти к начальству. Премию выпишут. Я надеюсь, выпишут премию. Зеленый цвет добавьте. Зеленый цвет шоколада, да. Зеленый, еще одно что-то зеленое. Команда-то зеленая? Зеленая. Все, мы классно? Поняли. Классно. Ну, спасибо за идею. А когда вернуться проверить? Давайте. Короткое интервью. У Павла Кольдова день рождения. Надо поздравить. Счастья, здоровья, долгих лет, благополучия, успехов. Благополучие было, да, уже? Мы тогда сейчас сделаем, вот это ням-ням только оставим. Павел Кольдов не лукавил, и он принес вкусняшечки. Если заглянуть сюда, то мы не видим тортик. Либо они, конечно, все уже спрятали, мы не сразу пришли, либо все скушали. Сейчас мы. Паш, с днем рождения, спасибо. Угощение. Очень все вкусно, натурально. Главное, полезно. Кабинет игроков. Там нарды, шахматы, все дела. Хоккей мы здесь не смотрим. Здесь только другое. А где Богдан? Я тебя не должна. Надеюсь, тут БСТ показывает. А что мы скоро сделаем? А мы пойдем прямо в студию канала БСТ и узнаем, что там в перерыве они наразбирают. Такая
Хоть и небольшой период времени мне удалось поработать с Матвеем, но все же. Артем Кольчишев, рад вас снова видеть. Сегодня мы с вами не кушаем вместе, а сегодня мы смотрим хоккей. Как говорит Алексей Горюнов, я на диете. Великолепно. Я, правда, на диете, но... Это, кстати, серьезно. Да я тоже на диете, и что это не добавляет никакой серьезности. Очень много матчей уже в этом сезоне мы успели посмотреть, и хоккеем люди успели присытить. Ты что, мы билеты не продадим, так ты что? А, давай перезапишем. Главное, это хорошая музыка на арене. Понимаешь... Тебе тоже певица понравилась? Да, да, классно, классно певица. Как ну, зовут? Согласись. Ну, давай, да. Есть на что посмотреть. И... Как вот при счете 1-0... Не потерять уверенность. Нужно, чтобы Виктор Николаевич кнопочку нащупал. Ту самую заветную. И? И на каждого нажал перед выходом, чтобы они не засыпали. Так сказать, точка SU. Мы продолжаем ходить по арене. Все очень классно, все очень красиво и ярко. Продолжаем смотреть этот выпуск. Комментируй матч. Пока поактивнее. Человек в новой форме Саватилаева. Где матур хоккей, парни? Сделайте агрессивно что-нибудь. Смотри, парни, что творят. Так, неплохо, неплохо. Ну хорош, хорош. Это просто мотивация. Скажешь, что он выиграет рис. Топовое соревнование. Просто миллиарды миллионов просмотров. И мы, естественно, где с вами? На дарте. Смотрите, у вас, кстати, лучше, да, получилось, чем у других детей? Ну, возможно. Вы тренируетесь? Нет. Ну, говорят, под пиво лучше в эту игру играть. Не пробовал, если честно. Мы тоже могли бы участвовать, но вы все еще не спонсор нашей передачи. Хотя я уже, вот смотрите, подготовился, а вы все еще нет. Еще, кстати, свадьбы, корпоративы, обращайтесь. Продолжай двигаться, но давай интервью. Я надеюсь, ты все хорошо сказал, я ничего не слышал, очень шумно. Давай, радуйся. Хочешь, короче, интервью. Так, закончили. А, теперь о делах насущных. Давай, вот экспертное мнение, что случилось с Вилли комфортным счетом 2-0, где упустили нить? Раньше расслабились, уже... Расслабляться когда надо? Когда уже выиграли. То есть вечерочка, например, да? Ну, на чуть-чуть. Ну ты как расслабляешься? Я расслабляюсь, я не расслабляюсь. А что ты там снимаешь? А что снимаешь так? Берет салават. Смотри, Павел Кольнер. Мы его поздравим, потом в Марко Поло встретимся, мы там тоже лично поздравим его. Все, ассаламу алейкум. Марко Поло. Салават Юлаев обыгрывает нефтехимик. Мы отбиваем победные кулачки парням. И совсем скоро отправимся в победную раздевалочку. Может быть, с Пашей Кольнером поболтаем. С днем рождения, Павел. Сегодня весь день собирали для вас поздравления. С днем рождения! Блин, как они быстро сразу помахали. Сегодня наш защитник Павел Кольдов празднует день рождения. Надо поздравить, вы все можете, все днем вместе рождения. Давайте. Туда. На счет три давайте. Можно два, на три? На три? На давайте. Три. Раз, два, три. Поздравляю Павла. Желаю тебе здоровья, счастья. Все всегда у него получалось. Побольше голов. Чтобы ты не болел. Тоже поздравляем. Чтобы солнышко светило тебе. Чтобы рядом были любимые люди. Любви. Иди жену хорошую. Без травм. Отличные результативные игры. Самую дорогую и красивую ему машину. Спасибо за фрукты. Нам не досталось. С днем рождения! Можете болельщикам большое спасибо сказать. Торт будешь? Давай. Всем болельщикам большое спасибо за поздравления. Я все видел, все на трибунах. Команда выиграла. Всех с победой. Ты обещал, что нет торта перед игрой. Блин, да? Надо спросить у капитана команды, который угостил меня им сегодня. Придется дотренироваться так, чтобы этот торт отмыть. Ну ты не глотай.
Вот она, дебютная. Ну давай, впечатление, эмоции. Ну что, доволен? Да, конечно. Ты, честно, так и хотел, да? Ну там такая дуга бильярдная вообще. Ну нормально. Что скажете по дебютной шайбе? Приятно же? Конечно. Блин, тебе взгляд такой, я же тебя боюсь, блин. Обрывай это. Че, укусил волка? Какого волка? Ну ты комар, а не волк. А, ну да. Укусил. Ну как забил? Я вообще классно был, да? Такая супер шайба. Да, фуфло шайба, че, набросил, даже порадоваться, говорю, не дали там. Как кто не дал? Кто это человек? Да не, я заехал на скамейку и получается, ну, я даже не понял. Только я такой его поздравил. Бабен сказал, что я забил. Че? Больше никто не понял. Ты как хоккей играешь, ты не видишь? Не, ну я так, когда бросаю, закрываю глаза. Как. Даня Алыкин, специальный вопрос в редакцию прислал перед игрой. Когда ждать ваш дебютный гол? Я надеюсь, он случится. Когда? Когда? Год? Месяц? Область? Давайте вот следующая игра, ставим ставки. Ну что? На свое там, на свое. Ну что? На молодежное что-то. Давай, на проставу, на проставу. Смотри, эту флешку я выиграл. Мы сейчас запишем все твои голы и мою передачу. Один, что ли? Все голы. А все когда? Ну там, ты же забивал до этого? Ну было же? Ну вроде да. Кстати, сказали, что у тебя одна из самых красивых подписей. Правда, я опрос проводил. Спасибо всем, кто сказал. Там два человека было. Да? Ну перед... Я третий. Уважаемые зрители, у нас для вас эксклюзивнейший презент. Флешечка на 16 гигабайт с автографом Павла Кольдова. Как ее выиграть? Оставляйте самый смешной комментарий под этим выпуском, и мы выберем. Надеюсь, будет смешно. Ну, или Паша выберет. Сами там решим, короче, давайте. Пока. Все? Четко?